Так, котики, а сейчас я вам покажу, как я чищу зубы своей новой отбеливающей пастой из кокосового, не помню чего. Ну, в общем, посмотрите. Это новая паста, она черного цвета, активированный кокосовый уголь, что ли там. Ну, я помню, что кокосовый и активированный, наверное, уголь. И она абсолютно черная, прям, знаете, рот чернющий становится, а когда чистишь, но зубы очень быстро отбеливаются. У меня даже вот этот вот имплант стоит первый, видите? Я всегда, когда улыбаюсь, у меня вот эти зубы белее, чем мой имплант. Потому что это, ну, искусственный зуб стоит у меня. И он не осветляется. Это очень плохо. Потому что я отбеливаю зубы, и у меня все белые, а этот такого более натурального оттенка, ненужного. Ну, с этим ничего не поделаешь, только менять имплант. Но я придумала теперь, что делать. Потому что я обычно, когда разговариваю, у меня, видите, нижняя челюсть больше видна. Вот я разговариваю, у меня видна нижняя челюсть, а только когда я улыбаюсь, верхняя. И я придумала, я этой пастой больше уделяю внимание низу. Вот нижней челюсти больше уделяю внимание. Котики, вот так это все выглядит. Жуть. Черный рот. Но я обычно стараюсь верхнюю не чистить пока, потому что, я же говорю, разница в цвете получается. Но сегодня все вместе. Можно еще губы накрасить. Но зато потом белоснежные зубки. А потом обычной пастой чищу. Сразу за ней. Котики, улыбка беленькая. Видите? Если так поделаете какой-то период времени, прям несколько, ну, неделю подряд, прям вообще. Вот белоснежный, белоснежный. У меня еще кривые. А у кого зубки ровненькие, вообще круто просто будет. Правда. В общем, по мне так пятерка из пяти. Даю однозначно положительную оценку этому порошочку.